Какой бы дал совет себе прошлому? 2016-2017. Кстати, я задумался насчет этого. Я бы, наверное, дал себе совет... Герой! Я бы, наверное, дал себе совет делать такой контент, который делаю сейчас. Ну, типа, знаете, сразу перерасти как-то качество. То есть, представляете, с 2016-го резко делать такой контент, как в новом поколении. Но сейчас я понимаю то, что такое не совсем возможно, потому что у меня не было еще достаточное количество знакомств с людьми, которые могли бы мне помочь в создании такого контента. Ну, и самое главное, тогда еще аудитория не совсем была такая, чтобы быть готовой к такому контенту. Аудитория раньше на Ютубе... Особенно в 2012 году была такая, типа, ты просто включи запись, ты просто сними 20-минутный ролик, ты его просто выложи, ты просто сделай говно-превьюшку, все, это будут смотреть. Почему? Потому что тогда никто не хотел разбираться в том, как записывать, никто не знал, что это на самом деле не так уж и сложно записывать. Ну, типа, включить именно запись, да, это уже потом появился монтаж. И уже после того, как люди начинали понимать, как записывать и так далее, начала появляться конкуренция. То есть кто-то пытался харизмой выбить, кто-то пытался... монтажом выбить. Ну, не, выбить слишком такое неправильное слово, наверное. Заработать аудиторию. Так что, наверное, я бы все-таки не дал себе никакого конкретного совета. Да, да, я опять же, я думал об этом. Я правда думал совсем даже недавно об этом. Но осознаю, так, что, наверное, все бы лучше осталось так, как есть. То есть, у меня путь неплохой. Наверное, я бы дал совет себе в 2013 году не париться. Потому что в 2013 году, когда на меня ополчилось большое количество людей из интернета, и даже не из интернета, когда меня начали дико хейтить за то, что я якобы накручиваю подписчиков, когда об этом начали говорить даже популярные ютуберы, типа, алло, ложка накручивает подписчиков, ага, смотрите, у него быстро копятся подписчики, значит, он накручик. Вот это реально единственное, что было, в принципе, из аргументов, вот, и тогда, конечно, у меня такая депрессуха была, что я в нее впал на целый год, и у меня ролики тогда не выходили, но я об этом уже рассказывал, на самом деле, много раз. Тогда бы я, конечно, себе дал совет не париться, это тогда жопа была полная, на ментальном уровне. Бам-бим-бим-бум-бим-бум-бум-бум-бум. Герой! Горластый! Хэр! Ох, боже мой!